канал Лего Тайф. На этом канале вы найдете обзоры на Лего самоделки, а также обзоры на посылки из Китая. Подписывайтесь. Всем привет! Вы смотрите канал Дима Лего Фан, и сегодня у нас на обзоре джип Чероки. Все этот джип знают, это внедорожник первого поколения. Что особенного тут? Модель, в принципе, есть в интернете похожая, но у меня со своими изменениями, с дополнениями и, соответственно, с инструкцией. Ну что, давайте покажу, что в ней есть. В ней, в принципе, есть все, кроме поворачиваемых колес. Ну, это так, навскидку. То есть, капот можно открыть, туда можно поставить двигатель, в данный момент его там нету, но это уже кто захочет больше функционал сделать. Эту версию я сделал такую подготовленную версию, здесь спереди дуги защитные, сбоку дополнительный обвес, сзади тоже усиленный бампер, ну и колеса такие широкие, чтобы мог им проезжать всякие препятствия. Двери передние открываются, задние открываются, открывается багажник. Ну и, понятное дело, левая и правая дверь тоже открывается, и багажник открывается. Это уже говорил, как будто. То есть так он выглядит с открытыми всеми дверями. Внутри, конечно, есть место для мини-фигурки. При желании можно посадить две, но они будут упираться руками друг друга. То есть надо, ну, это уже кто как захочет. Я считаю, модель получилась очень такая интересная и правдоподобная, особенно вот спереди. Сзади может быть уже меньше похоже, но тем не менее, сама по себе модель, считаю, это же такая интересная. Никаких тут у нас ничего такого сверх нету, но тем не менее. Если вам понравилась эта модель, ставьте лайк, заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой канал. И, возможно, скоро я отключу комментарии в силу некоторых неадекватных людей. На этом все. Всем пока.